Мы продолжаем с вами наш лютейший какой-то хор. Тут прятки все-таки, обувь, ничего интересно. Да, вообще не интересно. Туда мы не ходим, понятно. Че туда? Нет, туда мы все-таки ходим. Туда мы ходим. Ходим. Так, велосипед. Кто-то повесил цветок на стену. Можно закрыть глазок пальцем, но как далеко не отой... но так далеко не отойдешь. Дверь закрыта, понятно. Ящики нельзя убрать, понятно. Ну, значит, идем на крик женщины. В прошлом выпуске у нас женщина там кричала. Это же Ника. Это какая-то ошибка. Алло, кто это? Добрый день, это мама Ники. Это я, Алекс. Подскажите, Ника у вас? Нет, мы с ней уже неделю даже не связывались. Что-то случилось? Нет, все нормально. Я сейчас не могу говорить. Но позже вам перезвоним. Получено достижение Ника-сан. Да, блядь! Ну давай же, возьми трубку. Абонент временно не отсутствует. Попробуйте перезвонить поздней. А мы будем ходить, нет, с тобой вообще? Лучше не трогать, оставлю свои отпечатки. Окажусь виноватым. Кто опять выставил мусор в подъезде? Ах да, это же я. Машка, привет. Знал бы ты, как я рад тебя видеть. Ты ничего странного не замечала? Она какая-то странная, слушай, у нее змеиные глаза. Странного? Да все как обычно. Ты ведь на первом этаже подругу ждала, а потом... Подруга заболела, вот решила одна вечер... Не картать. Я тебя пригласить на ужин, давай у тебя. А тебя пригласить на ужин, давай у тебя. У меня жуткий беспорядок. Как можно отказаться от такого предложения? Тут со мной такое произошло, лифт уехал в бездну. Так, ты все время посылала меня далеко и надолго, и вдруг передумала? Что было, то было, давай оставим все в прошлом. Я была не права, позволь мне загладить свою вину. Какой выбрать вариант? Я так сразу не могу. Как можно отказаться от такого предложения? Чё? Мы сдохли? Так, окей. Тут со мной такое произошло, лифт уехал в бездну. Ты, наверное, просто очень устал. Тебе нужно расслабиться. Пойдем со мной, сделаю тебе массаж. Мне нужно подумать. Вряд ли это тут поможет. Что с ней, не надо сделать что-то, что ли, или чё?
А что делать-то? Лифт. Может быть, мне надо войти в свою квартиру как-то? Кто мне велосипед трогает, я все вижу в глазок. Никто вам показалось. Ладно, живи. Это еще что? Похоже на ту гадость, что я видел. Недавно этот этаж только кажется обычным. Блин, а нафига я вообще стараюсь, а? Нафига я что-то придумываю, что-то рассказываю? Короче, все, хватит комментировать, назову это видео... Типа, никто не заметит, и все. Почему так решила? Ты резко звонишь без повода. Сам говорил, все можно записать, зачем звонить? Так мне начать переживать? Нет, нет, просто звоню узнать, как у тебя дела. Да я уже все сделал. Что за чертовщина? Что делать-то? А, все понял. Надо их смахивать. Промазал, как всегда. Да ёлки-палки! Надо качать свои навыки нажимания на мышку.
О, ко мне пришел на помощь паук, которого я спас. Откуда их так много? И куда они делись? Изолента может пригодиться. Теперь возьмем что-то острое. Интересно, и что с этим спреем делать? Может, я могу пройти иначе, ударить Машу, да. Она наверняка была одной из тех монстров. Ты все правильно сделал. Что-то она делала, это же Маша, что она сделала тебе плохого? Же если ее захватили монстры. Nope. А вот и моя квартира. А, у него была деваха. Ну вот мы и в нашем новом доме. Не дворец, но уютно. Да, выглядит неплохо. Я ожидала худшего. Мне рассказывали про этот дом всякое. Не слушай ты эти слишком, мало ли что говорят. Скоро мы тут обустроимся. Будет очень уютно. Ника, я так рад, что ты со мной, несмотря ни на что. А, Ника. Алекс, что это? А на двери... На двери обернись. Это глаз? Эй, у меня плохое предчувствие. Лучше нам уехать подальше от этого места. Где? Гав, 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 гав. Только что за твоей спиной был глаз? Не шути так, Ника. Это совсем не смешно. Я не шучу. Тебе просто надо хорошенько выспаться. От моей бывшей осталась куча вещей. Ника уже давно ушла, но и за вещами так и не приехала. Странно, она не взяла абсолютно ничего. Всегда держу чемодан наготове.
Мы тут такие счастливые. Жуть, какая картина из окна. Объясняется, почему я так долго ехал в лифте. На выход из окна можно не рассчитывать. Куда все делать? Что происходит? Ну, надо уходить отсюда. Мне больше нравится, когда весь ужас происходит. Постер. Ну, постер написано «Привет, Алекс». Откуда это? Тут мое имя. Нет. Типа на выход надо идти. Почему тут так темно? Ахаха, чувак, нифига ты испугался. Я и не ожидал, что наш план настолько круто сработает. Просто мы придумали гениальный план. Я придумал. Это все ваших рук дело? А ты как думал? Ничего было стучать на меня в полицию. Теперь мы квиты, козел. Не попадайся мне на глаза. Неужели это все дурацкий розыгрыш? Как они умудрились все так организовать? Куда мне теперь идти, обратно в лифт? Похоже, что выбора нет. Лифт исчез. Это был единственный выход, что теперь? И это всего лишь шутка? Как они могли заставить лифт исчезнуть? Это не может быть подстроено слишком реалистично. Где два дурака, точно бы не справились. Радуйся, Алекс, ты попал в настоящий ужастик. Ёба мать. Типа, по всем же законам жанра мне придется идти сюда. Это невозможно. Я в петле. Как выберусь, обязательно пойду к психиатру, обещаю. Так, ну здесь ничего не подсвечено. И мне опять идти сюда? Ничего нового. Holy crap! Опять творится какая-то фигня. Что это, кровь? Сошел с ума. Позвони по номеру 666. 666. Алло, помогите, вытащите меня отсюда. Вы хотите закончить ваше путешествие? Сука! Шесть, шесть, шесть. Нет. Хорошо, за вами выслан лифт. Ожидайте. Ваш звонок очень важен для нас. Ну, зайдем в этот лифт. Ты точно смеешься надо мной? Под психа косишь, парень? Со мной это не пройдет. Офицер, вы сказали рассказывать только правду. Я это и делаю. Ваше дело, верить или нет? Я уже прошел обследование у психиатра. Меня признали вменяемым. Какой мне смысл врать? Ну и что было дальше? Прискакали кентавры и единороги? Лучше бы кентавры. Дальше все было намного хуже.
Откуда оказалась тут бомба? И что, я должен ее обезвредить пальцем? Круто. Теперь все, что я прошу, будет появляться из воздуха. Хочу есть. Нет, не сработает. 2 минуты? What the fuck, мазафак? Сука! Так, какой проводок нужно обрезать? Так, по всем мотивам жанрам, по всем мотивам жанра, я думаю, зеленый. Не сработало, да? Понятно. Пропускаем катсцены. Так. Вот этот взрыв приведет, да? Все равно идет, смотри. Это взрыв. Сука, тоже взрыв. Давай, пропускай сцену. Это взрыв. Тоже взрыв, сука. Ну так вот и думай, как обезвреживать бомбу. Взрыв. 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 Это еще что за херня? Что мне делать? Да что это? Получилось, но как уж сложно, не так уж и страшно. Я вовсе не испугался. Да конечно, обосрались мы с тобой. Оба. Еще хуже, блядь, что это такое? Так тут темно, нужно чем-то подсветить. Где был мой телефон?
В общем, продолжим с вами в следующей серии, ребят. Всем пока. Я даже стараться не буду ни превьюшку делать, ничего нахуй.